То есть, если хочешь услышать мои комментарии, приедь на пати, вот я считаю. Правильно. Да. Да. Говорят, звук есть. Итак, господа, давайте быстренько откроем на своих телефонах сайт c.c.ru/livevoting. Что вы там видите? Кто мне может сказать? Вот, for the competitions. Есть. Так, погодите, но лайв-вотинга нету, лайв-вотинга нет. Сейчас, секунду. Итак, конкурс реал-тайм графики. Первая работа. Можешь сделать рефреш? Вот, у тебя высветилась ссылка, ты ее открыл. Отлично. Так. Итак, переходим на ZX Spectrum. Дамы и господа, голосуем. Так, итак, показ. Что-то у нас. Первая работа. Папочка, где это лежит? Секундочку. Итак, реал-тайм графика. 718 папка. А, вот верхнюю. Вот этот CCV21. Вот вторая, да, где? Вот да, это. Реал-тайм графика внизу. Так, открываем 718. Последнюю, нет, вот эту. Открываем. И последнюю, полагаю, последнюю. Да. Ну, давай попробуем по порядку. Вон первый, вот это первый, нет, да. Как надо правильно? По порядку или... Давай сразу шестую. Шестую. Ра. Вот тема была демосцена на квантовых компьютерах. Такое ощущение, что нас, собственно, симулируют на 2000 QC. Ну, да, наверное, больше и не надо, чтобы кричать «Амиго». Я считаю, что автор отлично поработал. Так, я чуть не туда. Так, это была первая работа. Ставим свою оценку. Молодец, автор молодец, я считаю. Так, вторая работа. Вторая работа. Работа выполнена в технике 53C. Атрибутная графика. 24x32. Смотрите, какая красота. Весит 24x32. 768 байт. Да, всего 768 байт. По сути, пиксельная графика. Так. Голосуем. Можно ли проголосовать за эту работу? А теперь? Да, появился. Можно проголосовать. Прошу вас осуществить этот акт. Итак, значит, это работа номер два. Переключаемся обратно на скринс. Это был конец реал-тайм графики. Друзья, голосуем за работу. Голосуем за работу, действительно. Давайте. Я закрываю лайв-вотинг, и теперь этот конкурс будет доступен для голосования нормального. Так.
Следующий конкурс. Конкурс «Текст мод графики». Это будет довольно сложно для показа. Ну и что?